И всем ассаламу алейкум, дорогие друзья, с вами как всегда я, Хограйдер. И как бы это ни звучало странно, это мой новый видеоролик на моем канале. А именно в этом видеоролике мы залетим на притон и попробуем его забрать. Ну, конечно же, у нас это не получится. Я вам все заспойлерую, у нас это не получилось, но прикольно получилось на самом-то деле. И расскажу вам, что вообще за фишки этого притона и для чего это нужно вообще. Ну что ж, больше не буду затягивать, лишь делаю итоги с прошлого видеоролика на шарик на любом из серверов, где есть Vice City. Прошлого видеоролика мы собрали 116 комментариев, в принципе, очень хорошо. И победителя можете видеть на экранах, вот он здесь, красавчик. Также, чтобы забрать приз, отпиши мне в ВК или в Discord. Все, куда можно мне отписать, есть в описании под этим видеороликом. Ну и в этом видеоролике, как всегда, запускаю конкурс на шарик на любом из серверов, где есть Vice City. Все, что вам нужно, это подписаться на моего лучшего братанчика Дикого Сампера и помочь ему добить 20к. Ссылочку, как всегда, оставляю, конечно же, в описании под этим видеороликом. Это обязательно нужно сделать, чтобы участвовать в конкурсе. Также нужно написать комментарий, любой комментарий от 4 слов и подписаться на мой канал. Ну и, конечно же, поставить лайк под этот видеоролик. Это вот все главные условия, которые нужно сделать. Если вы что-то не сделали, вас бот не выберет. Ну что ж, это все. Приступаем к нашему видеоролику. Всем приятного просмотра. Ай, да забыл напомнить, что я играю именно на 24 сервере Arizona RP Wednesday. Так что залетай ко мне и регайся на мой никнейм Лиам Хок, за что ты получишь на 5 уровне 300 тысяч. Также вводи мой промокод хэштег Хок, и он тебе даст еще плюсом 720к. Ну что ж, вот я сюда уже прилетел, чтобы вам показать, что за притон и что он вообще из себя представляет. Мы можем видеть, что притон сейчас контролирует банда Night Wolves. Это ночные волги. Бонусы за владение притоном действуют до 18.22.06.05.2023. Битва за притон проходит каждую субботу в 18.20. Окей, вот можете видеть, Гурам здесь даже стоит. Можно посмотреть информацию о притонах. Можем здесь прочитать само мероприятие. Это глобальный кап между всеми бандами в гетто. Каждую субботу в 18.20 по серверному времени в гетто территории. В гетто территории возле Гурама начинается битва за притон. Члены всех банд, начиная с установленного лидером организации рангом доступа, смогут зайти на мероприятие. Мероприятие будет длиться 2 часа в режиме по фрагам. То есть главная задача каждой банды — убить как можно больше число противников. Особенности мероприятий. В этом мероприятии можно использовать аксессуары за точки и личных охранников. Участникам можно будет возвращаться на кап после смерти. Все бандиты, которые умерли на этом капте, будут спавниться в Больке Джефферсон. Банда с количеством участников более 200 игроков участвовать запрещено. Важно, если во время проведения мероприятия в течение 60 секунд на территории капта не будет ни одного члена определенной банды, то эта банда будет автоматически вылетать с капта и считаться проигравшей. О, вот это вот самое главное. Победившая по итогам мероприятия банда получает следующие призы. Зарплата членов банды будет выше, повышена. 50% дохода с покупки товаров у Гурама поступает на счет фракции. Каждый payday общак банды будет пополняться на 400 единиц наркотиков и 2к патронов матов. Случайные 3 игрока, победившие банды, которые сделали хотя бы одно убийство, получат нового охранника со скином своей банды. Случайные 5 игроков, победившие банды, которые сделали хотя бы одно убийство, получат предмет осколок за точки плюс 13. Случайный игрок, победивший банды, который сделал хотя бы одно убийство, получит уникальный предмет маска-невидимка. Вот это самое главное. Ну что ж, думаю, информацию мы прочитали. И что вот тут самого прикольного? Ну, вся финка идет в банду. То есть 50% идет в банду. Нормально так. Даже вот с темной удачи, наверное, идет тут вся финка, да? Короче, думаю, все поняли, что здесь и да как. Я всю информацию вам прочитал. И если что, вы сами можете чекнуть, что здесь да как. Думаю, вы поняли, почему здесь стоит участвовать. И банда, которая выиграет, туда лучше всего идти и лутать payday. Так что еще скажу. Сейчас мы посмотрим на саму битву притонов, как мы собирались и как мы вообще пытались его взять. Но на самом-то деле у нас это не так хорошо вышло, как мы хотели. Но все же я захотел снять этот видеоролик. Я так уж и быть покажу вам. Тут, кстати, немного небольшой привет хотел вам передать, Сократович. Так что вот. Ахпер, всем привет. Короче, это я, Сократович, aka Ney Family. Передаю огромный привет Йоси Ney. Также хочу передать шансу маньяку, салам алейкум, чтобы он не обижался, маленький мой барельчик. И Томасу адресу. Вот. Также передаю всей семье Ney. А еще бы хотел передать огромное спасибо Бабинам, которые мне задонатили. И Расколику хотел бы большой привет передать. В принципе, все на этом. А теперь всех люблю. Подписчики Лиама Хога, Лучи и Сократовича. Все, целую. Так, закупаемся. 500 эмки достану. Шарик юзаем.
И полетели. А где вы, где вы, где вы, пацаки? А вот вижу, вы на великах гонять будете? Девочка Уэнстей. Я надеюсь, ты умеешь стрелять. Я, да, да, да. Братва, всем салам. Сегодня мы залетаем на Фритон. Поздоровайтесь, пацаны. Будем отсасывать вроде. Ладно, суету наводим, алове немного себе. У меня почему-то фрапс не запускается, я походу не пойду. Фрапс то залопан, на телефон включаешь, короче. Опа, пошла жара. Тэпает, тэпает меня. Они нас обходят, что ли? Сюда, сюда. Ебать, я их надамажил, 95, ебать, я дамажу! Они а охранников достали? Охранники же можно, да. Ой-ой-ой-ой-ой, минус 110 дал. Армор можно юзать в 5 секунд? Сколько надо ждать? Ну, кого-то будет трахан-трахан. Блять, они обошли с другой стороны. Блять. Ну, я там нихуя себе надамажил неплохо, кстати. Ну, ничего, сейчас вернемся, блять, попробуем камбэкнуться. А, ну все, на. Они забрали притон. Да, я люблю сосочлен. Это пенис. Блядь. И на мне жидкая сперма. Я...